такой маленький. Будешь брать? Ага. А где черненький, хорошенький кролик, маленький? Они там где-то. Вот хороший. Может, какой. Не укусит? Не укусит за палец-то? Вот хороший. Если ему в рот не сунуть. Прям заяц настоящий. А тебе что? Тоже интересно все? Да. И вот этому интересно все. Сейчас мы ему водички нальем, да? И еду. Вон какие рыжик, смотри, да, есть. И черные есть, и рыжик есть. Еще горячий, да? Да. А вот холодный еще. А, нет, это горячий. Ну это что, что шланги сейчас нагрелось? Давай. Ну мы сейчас одну так с тобой попоим, а вторую нальем ведро и будем каждому раздавать кроликов. Вон они там. Иди давай, помогай. Вон они кроли. Так что... Так, давайте мы вам поставим. Ну-ка, ну-ка, кыш, 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 кыш. Во, поехали пить. Все интересно ему. Какой махненький. Всем интересно. Вон они пьют уже. Сейчас выпьют. Ну, закрывай. Пойдем посмотрим больших. Кто-то говорит, что кролики бывают маленькие, ага. Вот какой бывает кролик большой. И тут нормально маленький. А вот этот кролик просто здоровый. Сантиметров 50, наверное, в длину. Какой жирный.